Всем привет, с вами Хилк, я продолжаю проходить Сталкер Павшая Звезда. Так, в прошлой части я вот получил тут в конце, получил задание пройти через барьер, здесь есть Гоша Резаного, найти бандита по кличке Прохор. И, кстати, здесь вот есть немой сталкер, это прикольно. Так, ну, говорим вот с этим, здорово, в часовне проведешь. Но копы треба этим пошли. Так. Вот мы появляемся здесь. И сейчас я пойду выполнять задание. Нам сказал там один на их базе, что типа если мы перебьем. Сейчас покажу. Вот. Вот этот вот лагерь. База Ковцура, только используя метательные ножи, то типа нам уважуха там будет такая. Поэтому сейчас я туда это иду делать. Так, но я замучился вот как-то доставать этот нож, потому что вот сейчас вот он легко достается. А в прошлый раз, я не знаю, я нажимал на все кнопки, я просто не знал, что делать, мне никак не доставался этот метательный нож. Оказывается, надо простой нож поместить вот в этот слот, и тогда достается такой тоже. Так, вот здесь, кстати, сатана сидит. Черненький. Так, и еще. Тут вот где-то должен быть люк с этим. Ну, там как на фотографии показано. Вот, люк на болотах. Но я там его смотрел, там почему-то ничего не было. Может, это другой люк мне попался, не знаю. Так, вот уже эта штука виднеется. Советую подойти поближе. Так, фонарик лучше выключить. Включить вот это. Правда, сейчас такое утро, что не то, не все. Если с этой ходить, тоже как-то уже слишком светит. А если без нее, то плохо видно. Так, здесь надо подобраться как-то поближе. Вот, кстати, этот люк. Вот, и здесь ничего нету. Я не знаю, почему. Они нас сразу замечают, но надо к ним подобраться поближе. Так. Мне кажется, вот так вот самое удобнее будет стрелять. Ой. Так, вот, медин, отлично. Пока что идет все хорошо, у меня не так много метательных ножей, так что мне нужно быть осторожным. Надо сохраняться, вот я сейчас одного убил, я лучше сохраню. Враги 4, просто я могу косить, и у меня закончатся ножи, тогда я не знаю, что мне делать. Придется как-то проходить. Так. Блин, ну вот о чем я говорил. То, что это не так-то просто их перевалить. Потому что здесь очень много всяких досточек, всяких вот этих вот всякого хлама ненужного, через который нож просто застревает. Но его можно подобрать опять. Но... Так. Пробуем залезть. Ой, блин. Он там стоит, никого не трогает. Его можно втихаря попробовать замочить. Так, тихо. Отлично. Мужик, это хорошо. Так, вот этого надо как-то... Опа. Просто везет отлично, вот это замечательно. Так, сохранимся еще, враги 5 уже. Вы, конечно, можете считать, что типа я нуб, что сохраняюсь так. Можно, конечно, и через консоль, но не знаю. У меня какой-то глюк с консолем был раньше, поэтому... Хавай, я не успел тебя убить. Блин. Так, сейчас надо использовать что-то уже другое. Ай-яй-яй-яй, не надо. Мужик, извини. Я не хотел тебе. Так. Ух ты, попал, отлично.
Я просто поражен. У меня еще 36 метательных ножей, я уже 4 завалил. Или даже больше. Я не знаю сколько. Так. Фраер, слышишь? Чё? Словом, да, вот обрезать будем, ты понял? Чё ты сказал? Что-то у них с диалектом речи происходит. Так. Блин, вот здесь вот через эти щели нож не пролетит. Надо как-то попасть. Вот этот нож, можно его подобрать, только если подпрыгнуть. Но здесь такая трясина, что никак не подпрыгнешь. Так, стой, стой, стой на месте, пожалуйста. Ну вот что вот это было? Он пролетел через все и не попал. Вот, нож упал, отлично. Так, странно, что его не подобрать. Вообще-то некоторые можно подбирать. Я думал, что все можно, оказывается, не все. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Так, у меня аптечек нормально, так что... Надо какую-то тактику придумать. Я даже не знаю, я просто уже... Если меня здесь не засекли... Блин, ну вот. Так... Продолжаем. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Опа, отлично. Я нашел их слабое место, возможно. Да. Не попал, это, конечно, было. Так, ну где-то. Ай, меня, походу, засекли. Но... Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Так. Еще 6 человек. Да. Что это сейчас было? Так. Они сверху. Только как их... Слышишь, аллея сухатый, лучше сам вылазь. Я просто не знаю. Хорошо, что хоть эти ножи с первого попадания убивают. Если бы они еще убивали там... Так, так, можно. О, отлично. Так, ну... Угу, разговор. У них, оказывается, есть ко мне разговор. Так, 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 так. Бурли фраера в натуре! Еще 25 ножей. Да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Стойте, стойте, стойте. Стойте. Блин, у меня уже аптечек сейчас... Все аптечки сейчас закончатся. Так. Ой-ой-ой. Блин. Да, сложноватое задание. Ну ладно, сейчас перезагружу. Итак. Это уже мне начинает надоедать. Очень сильно начинает надоедать. Так. Может, тут будет легче? Нет.
Туалет меня не спасет. Ой-ой-ой. Ну как так, ну... Короче, через... если залезть на толчок, он действительно меня спасает немного. Потому что через этот щит их пули не проходят. Так что есть шанс как-то их тут завалить. Так, ну они... Итак, тут остался один, который меня сейчас убьет. Походу на крыше сидит. Так, крыша. Ай-яй. Я уже столько аптечек потратил. Сколько у меня тут осталось? Нет, еще. Нормально, не страшно. Так, сейчас тем. Все, задание выполнено, холодная сталь, наконец-то. Еще 13 ножей осталось у меня. Так, ну теперь самое интересное их обыскивать и все такое. Кстати, сюда неплохой вид открывается. Так, это мой нож, только его нельзя подобрать. Почему? Ладно, давайте посмотрим, что у них тут есть. Гранаты и вот эти патроны. Ну ладно, я их сейчас буду обыскивать. Это не так уже интересно, так что продолжим после того, как я их обыщу. Так, я их обыскал, и там вот, вот здесь вот лежало МП-5. Тут. Так что это неплохо. Кстати, я забыл сказать, что... что-то я так промычал, ничего не сказал. Просто нам по заданию там... сейчас я покажу. По-моему, по какому-то... Вот, по-моему, встречу Гошу Резаного. По-моему, это задание нам... Тот чувак, который давал задание, дал Вальтер. Вот он. Его нельзя выкидывать, потому что его надо будет передать. И также это было такое же задание, когда... Тоже там надо было передать что-то. Так, ладно, сейчас нам надо найти Прохор пулемет. Я даже не знаю, что сейчас. Наверное, пойдем. Так, да, сейчас пойдем на ведьмино болото. Потом в покинуто деревню. Здесь, короче, будем собирать эти посылки. И потом мне еще придется вернуться перед тем, как уходить. Вот это вот все собрать. Вот эту цель уничтожить. Ну ладно, еще значит. Сейчас встретимся, наверное, на базе Чистого Неба. Так, я вспомнил, что в прошлой части, когда я с Греком говорил, он сказал, типа, что отец Виталий нам что-то там хочет еще. Так, мир вам. Батюшка, Грек дал мне старое письмо, сказав, что вы просили его передать это мне. Откуда оно у вас, отец Виталий? Так ты, сын мой, по-немецки понимаешь. Забавно. Контейнер братья нашли на погосте. Старую могилу дождем размыло. Самодельный такой контейнер из гильзы от авиационного снаряда. В том контейнере письмо и лежало. Больше ничего в контейнере не было. Брошюрка была обычная карманная книга немецкого летчика. Интересует? Любопытно было бы взглянуть. Ну, коли интересно, дарю. Спасибо, отче, до встречи. Так... У него ничего нет. Ой. Что они тут костры? Я чуть не сварился. Так. Карманная книга военнослужащего Люфтваффе. Вот здесь вот. Типа многолики бродит. На уровне В каком-то. W. Ну... Ладно, тогда сейчас я пойду к проводнику. Вот он сидит на том холме. Нет, на том холме.
минут на том. И встретимся тогда на базе. Итак. Нам решетило этот, даже не сказал ничего, что мы типа такие крутые, только попу почесал. Так что нам из этого ничего. Вот этот чел торгует кальмарами, там пятачками всякими. Можно у него тут вот кальмары, пятачки. Конечно, вообще ресторан можно открывать. Так, вот здесь есть немой сталкер. Прикольно. И больше никто ничего нам не хочет. И Грег тоже ничего не хочет. Так что идем на ведьм на болото. Так, потому что здесь вот посылки сейчас будем по пути собирать. Потом сюда, потом тут вот еще. И так далее. И потом еще вот сюда нам придется вернуться на Грабром. Тут вот это вот все собирать, собирать, уничтожать и так далее. И будет очень скучно. Так, и что там ты забыв? Не твое дело, братан. Пошли. Так. Вот, переход. Ну, тогда встретимся на ведьмином болоте. У какой-нибудь рядом, после какой-нибудь посылки. У меня вопрос, что это за цветы? Это типа ромашки, только они какие-то огромные. Мутированные. Так, вот здесь вот посылка. И здесь ее охраняют прелестные создания такие вот. Ух ты, класс плоти. Ой-ой-ой-ой-ой. Кому-то не понравилось, что я с этого глаза плоти сделаю этого. Отдам тому повару и сделаю из него фаршированную какую-нибудь там хрень, или как это называлось. У него так, где-то тут лежит посылка. В кустах запрятали. Так, что они запрятали так? Нифига не видно. Я сейчас не понимаю. А вот. Ксеноформ. Посылка 17. Отлично. Так, сейчас мы идем сюда, а здесь вот, как я помню, когда я был первый раз, там кабанчики все бегали, носились. Целая стая, где-то штук 5, или даже больше. Так что сейчас мы их проведаем. Так. Вот уже почти пришел. Пока что что-то я никого не вижу, но это хорошо. Надеюсь, они даже не захотят высовываться. Так. Может, и захотят. Так, это походу в доме. Кустики такие красивые тут растут. Ой, ванну спрятали. Ничего себе, спрятали ванну, рюкзак. Это же каким надо быть. Так, тут ничего нету. Тут доктор. Хотелось бы, чтоб стоял, но нету. Кому-то операцию тут делают, режут кого-то ножами. Точнее, резали. Так, беседка. Что тут еще? Ага. Ой. Ребят, не надо. Не надо, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас будет весело. Надо куда-то залезть. Ай. Сволочь, стой. Подожди, не так быстро. Надо было под тебя гранату кинуть. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что, ребята? Ах ты, сволочь. Что с ними такое? Просто
монстры какие-то. Так, ну все. Фух, отбились. Так, вот эти пятачки. Так, ну как я понял, это надо, походу, залезть как-то наверх. Только... С какой стороны? Тут еще... Надо подумать. Ну это точно как-то можно залезть. Только с какой стороны? Ладно, сейчас я, чтобы не тратить время. Итак, это, оказывается, лежало в траве. Блин, я просто попал в какую-то... Не знаю, как это... Два кабана плоти. Ё-моё, это какое-то логово просто. Надо как-то здесь пройти. Но это на мосту лежит, видно, что. Сейчас попробуем как-то тут пробежать. Блин, меня же если съекут, все. Так. Сейчас посмотрим, где эта посылка. Так, вот. Ух ты. Посылка 15. Перевернутая машина тут лежит. Так, сейчас залезем вот сюда, посмотрим, тут должно тоже быть еще. Так, меня пока что никто не засек, это хорошо. И где? А, походу там, в машине. Так, да. Посылка 14, отлично. Все, теперь идем сюда, бежим. Быстрее убегаем от них, то они нас сейчас сожрут. Если с ними воевать. Так, ну ладно. Живот, переход, значит, встретимся в покинутой деревне. И там еще, кстати, сейчас... Вот. Дом возле тоннеля в потерянной деревне. То там тайник. Так что его заберем тоже. И тогда уже. Ну я почти до перехода добежал, пока тут говорил всякую вот чушь. Тут вот отец Виталий раньше был. Ну ладно, все. В покинутой деревне. Встретимся. Итак, вот я в покинутой деревне. Мне почему-то показывают обратно, ну ладно. Так, вот эти посылки, но сначала надо зайти там, где схрон. А схрон лежит вот здесь вот наверху. Где-то тут. Ну, чтобы туда попасть, еще надо... Вот, схрон лежит вот тут вот. Но чтобы туда попасть, надо... уметь... заниматься паркуром, можно сказать так. Так, сюда прыгаем, потом я не знаю, получится ли допрыгнуть. Ой, сейчас проверим. Нет, походу надо пройти дальше. Что ж такое? Да ё-моё. Итак, я понял, надо было не в эту сторону, надо было вот сюда, потом так, 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 и сюда запрыгиваем. И оказываемся здесь вот наверху. Теперь надо как-то здесь только не провалиться. Пройти. Так, вот, там какой-то труп лежит. Так, вот у него винторез. Этот труп даже нельзя обыскать здесь еще.
Вот консервы, пистолет, который мне не нужен. Также вот еще вот такие вот предметы хорошие. Так, посмотрим. Кстати, у меня кольт один почему-то, я не знаю, что он тут делает. Вот как это выглядит неплохо. Кто-то хотел кого-то снять когда-то, но его убили. Вот такая вот печальная история. Так, сейчас надо отсюда слезть. И теперь идем искать эти схроны, точнее, эти посылки. Так, сейчас проведем еще. Может, этот нам что-нибудь скажет. Зачем пришел? Так. Гегер. Ну, он, походу, ничего не хочет. Ладно, тогда идем дальше. Тут бюреры были. Сначала тогда пойдем в тот домик, который слева. А потом уже туда. Что-то как-то скучно тут бегать, я не знаю. Тупо очень. Так, сейчас посмотрим. Ух ты. Еще посылка 18. Сколько я уже тут? Еще меньше половины пока нашел. Так, теперь мне туда, походу. Да. На ту сторону. Где-то здесь. Так, что-то я не понял. Так, ну где она? А, ё-моё, я её пропустил. Так, все. Дальше следующий наш путь это на янтарь. Сюда мы пока что не пойдем. Сейчас пойдем потом на агропром. И уже на агропроме встретимся. Хотя нет, даже встретимся не на агропроме. А может и на агропроме, я не знаю. Но в любом случае я сейчас пойду на свалку сначала. Или не знаю как быть. Ладно, посмотрим. Ну, короче, янтарь я снимать не буду. Перейду на агропром и потом посмотрим. Так, я перешел на агропром, и водолаз куда-то ушел. Не знаю. Странно. Так, тут, наверное, радиация. Ладно, побежим вот тут. Это, походу... Так. Сохранимся. Тут какой-то артефакт. Медуза. Ой, так он же даже не в, в этом. Ой-ой. Кто это там? Собачка. Ладно, пофиг. Идем сюда. Так, и где? Что-то я не понял. Ну, он же должен быть тут. Вот на этом месте. А. Так, посылка 10, хорошо. Так, теперь... Даже не знаю. Так, это... Это... Что же за посылка 8? Я слышал, что, по-моему, одна посылка в подземелье агропрома. Так что сейчас я туда и направлюсь. Ну, встретимся там, наверное. Так, вот я здесь.
бежим сюда. Вот там видно посылка. Так. Так, отлично. Пробежали спокойно через электро, сохраняемся. Теперь нас просят перейти, нет. Идем дальше. Так, и здесь должна быть, походу. А, вот. Посылка номер 9. Отлично. Так, теперь... Я сейчас отсюда выйду и пойду на свалку, так что встретимся где-то вот здесь. Вот, и, кстати, здесь я контролера не убил в прошлый раз, так что будет бойня. Так, сейчас 16:04, опять уже этот темный туман собирается. Так, вот здесь вот где-то еще посылка. Сейчас ее надо только найти. Что там? Да, она наверху. Так, как туда попасть? А, все, понятно. Сейчас тогда наверх. Залезем на горку. И с горки спрыгнем на поезд. Прям как в Перевозчике. Если кто смотрел этот фильм. Так. Тут кусты мешают. Так. Ох ты. Яйцо. Так, там сейчас будет нас контролер встречать. О, у меня 1898 патронов. Я просто в шоке, как так много. И, кстати, здесь схрон Хьюга. Так, где этот контролер? Он должен быть где-то тут. Контролер. Так, ладно. Где-то он гуляет пока что, так я соберу вот этот схрон. Так, что ж такое? Посылка номер 7. Посмотрим, что тут. Тут ничего. Так, это я уже забрал. Можно, кстати, один выкинуть кольца, зачем? Мне их два, только я не понимаю, почему. Он у меня тут. Просто я же продал один уже. А он опять взялся. Ну ладно. Ой-ой-ой-ой-ой! Что ж ты так пугаешь? Блин, и какого фига у меня кровотечение? Как он меня так законтролировал, что у меня кровотечение? Так, вот ты где. Сволочь. В угол залез. Да. Ой. Ой-ой-ой. Блин, ты уже из угла вылез. Понятно. Так. Вот тебе тогда... Еще. Ой, блин. Так. Ну где ты, сволочь? Выходи. Так, использовать будем вот это тоже. Я давно калаш не использовал очень. Так. Сколько же в нем силы? Или я его уже убил, что-то я не понял. Нет, не убил. А где ты? Сволочь.
Блин, ну это просто уже... Так, ладно, будем использовать вот это. Ай, ну... Что это за контроллер? Ладно, я его убью, а то уже столько в нем. Все, наконец-то. Вот этот красавец, даже руку мне не дал. Так, вот здесь где-то... Так, возьмем вот это. Кстати. Ружье. Ну, не знаю. Можно взять пока что, потом посмотрим. У меня все равно сейчас еще веса куча. Так, вот здесь должен быть где-то схрон какой-то. Вот, депо на свалке. Вот это, походу. Как в такой маленький ящичек поместилось вот такой вот костюм, я не понимаю. Так, это берем. Это можно не брать. Это берем вот это. Все, больше нам ничего не надо. Все, теперь уходим. Дальше. Куда нам там дальше? Вот сюда. Ладно, хорошо. Все. Так, тут сохранимся. Там вот где-то наверху это. Тут же радиация. Ой, сколько радиации, блин. Я сейчас умру. Проволока какая-то. В ксенофорум в виде проволоки. Так, где мой этот? Так, и аптечка. Все. Сохранимся. Итак, здесь цель. Но здесь еще сидит... Так, сейчас. Вот этого чела, если убить, он превратится сразу в контролера. Так что нам надо как-то убить того. Так, я вот здесь вот пробегу. Вот. Эта цель тут. Все, принцип домино. Отлично. Так, теперь у него, кстати, вот такой вот автомат неплохой. Я его тоже беру, блин, я уже перегружен. Ладно, тогда выбросим вот это ружье и еще кольт. И все. И берил еще выбросим. Так, все, теперь сохраняемся. Теперь надо пробежать мимо вот этого, потому что он превратится в контроллера. Его, если даже валить, он все равно превратится. Так, просто бежим. Мне лучше, чтобы он был мне врагом, чем контроллером. Так, вот здесь еще одна посылка, но у нас принцип домино. Теперь их целых два. Один здесь. И один вот здесь. Но я, наверное, сейчас сначала пойду на агропром. Не знаю, но сначала вообще я возьму вот этот. Сначала поем. Возьму вот эту посылку. Так, она, походу... Тут, да. Так. Все, на этом я уже заканчиваю, потому что я, наверное, уже многое очень наснимал. Но в следующей части встретимся уже сразу на агропроме. Я туда сейчас бегу. Сейчас всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока.